из Барнаула. Только что вернулся Барабаш, мы стоим. Уже что-то разгружается. Вот видите, как снабжает. И тут же сестры наши сходили. Вот белое там что. Это Винчуков были. Там Людмила опять надавала всего. Как отвечать будем? От кого это хоть? Это от Капустиной. А? От Капустиной. От Капустиной? Капусту привезли. И так каждый день. Каждый во вторник сказать. Все. Все, да? Сейчас еще. Во славу Божию, брат. Еще помидоры? Помидоры. Давай, тащи. Они не русские какие-то. О, огурцы. Это дело другое. До чего люблю огурцы. У нас уже такие огурчики появились. Надо полное, чтобы были. Такие. Так ты себе-то хоть что-то возьми, Игорь, за подвоз. Нет. А? Не надо, у меня есть. Ну ладно. Это мне возвратился диск с города. Представьте себе. Что значит верующий? Это что? С деньгами 5000 на рыба. Ага. Пост. Это постники мы православные. Ну, так. Наверное, все. Завтра бульдозеры говорить будут. Из Канады не приехали, подумали, что подделка. Никаких там нету. Но они, оказывается, в Москве. Связи не было. Я Володю послал наверх этой голубятни-то. И сразу связь. У тебя, если связи нет, временно занято, не верь. На голубятню. Это самое высокое место. Ну давай. Распоряжайся, никуда тебе ехать не надо. А я за то, что снимал, один помидор возьму. Хороший брат Игорь. Не потому, что привозит, а потому, что у него со всеми друзьями дружба. Может, не ясно сказала, у нее все друзья. Благослови его, Господи. У него сын Иеремия. Зато спокойный, как говорят, никакой. А Игорь все, да он в меня весь. Вот и весь сказ. Другой бы обиделся, а он нет, никаких. А он, говорит, в меня весь. Значит, что-то еще там кому-то завести. Надежды Васильевны нету, но, наверное, что-то привез ей. Так, я помидор-то не взял. Давай. Ну что, тогда делать мне нечего, я пошел. Так, да, а где мальчики-то? Ну ты с ними быть отдельно, не ходи никогда сюда. Один, никогда не приходи больше. Сиди, занимайся вместе. Девочки, ушли купаться, потом, может быть, вы пойдете. Вот так. Давай, Володя, все, убирай. А ты рыбу-то куда дел? Это у нас еще морозильная установка? Да. Вот и сватали, главное, отдай ее кому-то. Или продай. Чего ради? Вон она, вон она. Та еще не тронута? Нет, нет, нет. Вон она еще какая стоит, новая. Никогда. Потому что батюшка благословил купить. А помогли ее купить нам из Италии. Прислали помощь. А кухонный аппарат из Испании. Вот. Так что осуждать нас не надо за это. Мы ничего не воруем. Все открыто. Так, скидывай туда все. О.
Ласточка тут залетает, мы мешаемся ей. А так просто не влазит, да? Она, видишь, запачкать пришлось сверху. Надо было газету подселить. Бедная рыба. Плавала, ничего не думала, и вдруг на тебе. Прожорливая тварь человек. Ей надо кормить малышей. Она не может, ласточка, долететь. А малыши уже вывелись. Вон они сидят, гаманки открывают. Ласточка рядом вплотную залетает уже. Привыкла. Столько ребятишек дверью хлопают. Вот она дверь. Рядом вот она дверь. Вот поднимаю кверху, и вот это гнездо. Все, залетело. Сейчас они рты раздевать будут. Она тоже принесла мошкары, мошек ловит. Что-то рот раскрыт, и видно, что-то есть там. Вот они перед ней. Сколько их там, неизвестно. Жара, видать, сомлели. Она боится при вас. А, боится. Ну, ничего. Прилепила на голой стене. Когда она улетит, туда надо просверлить и забить гвозди в следующий раз. Чтобы хоть какая-то опора была. Какие гвозди? Куда? Ну, вон вправо. Куда? Между кирпичами. Когда она выведет, улетит, и в это время туда сделать. Интересно, даже не подходит к ним, и они ее как не слышат. То ли упарились, тут жарко сегодня. Ага, рядом гаманок выскочил один. Вот она ему дает что-то. Желторотики. Вот они все. О! Услыхали, а мне. Она уже не так боится, знает, что мы ее не тронем. Кошки туда не залезут. О, Володя пошел, пискнул и все. А на меня она уже не глядит даже. Видишь, как гаманки раскрывают. Раз нырнула, это она берет помет из-под них. Ох, и шестюлька, 4-5. Бывает даже по 6. Все, затираю, чтобы ничего не было. О, мимо меня, в дверь. Чуть крыльями не задело. А их-то там сколько? Вот они. Гаманки, я называю. Открывается. Проснулись. Ну все. Девчонок отпустил купаться. Пошли за Лизой. А Лизы нет. Все вернулись, голову опустили. А я Володе говорю, иди, сопровождай их на южный. Там не утонут, там не надо сильно беспокоиться. Молись только у дороги стой-то. Они выйдут опять на тебя. Они пошли, правда, Лизы дома нет сейчас. Идут, голову опустили. А идут Марина и Наталья, взрослые. Их дети здесь, мальчишки. И я говорю, хватайте их за руки, тащите. Они обе пошли. А тут Игорь едет. И Володя тут нужен. Ну все тогда, да? Все. Я ушел. Никита с Ливией там записывает уроки. Она опять была против, и я долго уговаривал, согласилась. Записывать, как она, ну, готовится еще. Раз готовится, то это тоже полезно.